Да подвал должен быть. Телефон лежит. Выключены, судя по всему. Как-то странно, вчера оставили все, сегодня все оставили. Давай автомат. Десятка, 50. Ну мелочь, но дохренища. Размен. 3000. По 100. Замок-то не получится, все равно как бы. Так и делают. То есть ты приходишь на 100 рублей, ставишь, они там на кнопочку нажимают, там как-то десятые, сотые, вот тысячные, там, допустим, 1000 поставил. Там на кнопку нажимают, ты сидишь, собираешь, проигрываешь. Здесь вот видно, что играли 27 ночью в 11, вложили в общей сложности 2500. И выиграли порядка 1000 рублей. Сегодня в очередной раз мы проводили рейд в ночное время по игорной незаконной деятельности. Выявили два клуба незаконно работающих. В одном изъяли 10 игровых единиц, во втором 17 игровых автоматов. В настоящее время из последнего зала вывозятся игровые автоматы на склад, где они будут храниться до суда, до решения суда.